В Москве прошла федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования легкой промышленности «Текстиль Лекпром-2019». В этом году на экспозиционной площадке размером свыше 42 тысяч квадратных метров собрались более 2000 производителей и поставщиков готовой продукции, сырья, комплектующих материалов из 29 стран мира. Был представлен и узбекский павильон. Место встречи потенциальных партнеров, более 2000 производителей и поставщиков. Здесь есть что друг другу предложить. Торговым представителям изделия сразу нескольких товарных групп, а специалистам производства – договоры на поставку готовой продукции, сырья, полуфабрикатов, комплектующих материалов, фурнитуры и оборудования. Постоянный участник экспозиции – Узбекистан. Как говорят организаторы, по ассортименту представленной продукции обошел многих конкурентов. В этом году стенд реально вызвал большой интерес у гостей. Участие в работе выставки позволит ознакомить зарубежных покупателей с промышленным потенциалом Узбекистана и найти новые рынки для продвижения отечественных товаров, считает Акмаль Юсупов, коммерческий директор одной из компаний нашей страны. К слову, всего их здесь порядка 40. Привезли на выставку трикотажные изделия и готовую одежду, которая выгодно отличается от конкурентов своей натуральностью, долговечностью и оптимальной ценой. Уже тесно сотрудничаем с партнерами из Ивановской области, а сегодня наладили бизнес-контакты с белорусскими бизнесменами. В наших планах организация поставок узбекской продукции на рынки России и Беларуси. Особый интерес вызывает узбекская пряжа и верхняя одежда. На крупнейшей специализированной ярмарке текстильной и легкой промышленности главным критерием является качество. И здесь в нашей стране есть, что с уверенностью предложить.